В день волонтера губернатор Приморья вручил добровольцам Всероссийского движения «Золотые руки ангела» новое оборудование, а именно две промышленные швейные машины, оверлок, автоматическую отрезную линейку и раскроенный нож. Сумма в 400 тысяч была собрана главой Дальнегорского городского округа в благодарность за предоставленные ранее центром изделия для отправки на фронт. Фронт и тыл выступаем единым, как говорится, составом для того, чтобы быстрее свершилась эта победа, для того, чтобы быстрее ребята вернулись домой, живые, здоровые. Каждое ваше изделие, это, еще раз говорю, сохраненная жизнь, это уверенность в победе, уверенность в том, что дома их ждут, помнят и делают все для того, чтобы они быстрее вернулись домой с победой. Спасибо вам большое. Кроме того, глава региона поздравил добровольцев с Всемирным днем волонтера, сделав запись на доске. А также отметил, что краевое правительство всегда готово поддержать такие важные начинания. Готовимся к Новому году передать всем нашим подразделениям посылки новогодние, подарки, вот, в том числе и то имущество, которое вы делаете. Для них это такая прямая связь с землей, прямая связь с теми, кто остался здесь, кто их помнит. Приморские волонтеры трудятся уже больше года. За это время движением «Золотые руки ангела» и Центром профессионального шитья отправлено свыше 7 тысяч единиц продукции, таких как тактические носилки, подсумки, эвакуационные тросы и маскировочные сети. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.